Всем привет, это канал Марион Абдулла, и сегодня я хочу обратиться с просьбой к моим подписчикам помочь другому моему подписчику. Это парень, ему 15 там, или 16 лет, это он меня попросил, чтобы я снял ролик про то, как ему познакомиться с девушкой. Вот я долго думал, как этот ролик снять, думал вот пойти на улицу, может быть интервью у девушек спросить, еще как-то вот вместе с женой поговорить. А потом понял, что, наверное, мой опыт, может быть, уже не подойдет. Вот. Я просто могу дать какие-то соображения. И вы, мои подписчики, под этим роликом, да, в комментарии натолкнете меня на то, чтобы я снял еще один ролик. Или прямо в этом же ролике, под роликом, все будет решено. Потому что, когда целый коллектив решает вопрос, иногда очень он быстро решается. Итак. Мои соображения по этому поводу. Парень 15-16 лет, причем он хочет для серьезных отношений, не просто там вот раз, два, три и до свидания. Нет, это ему не интересно. Что я придумал? Вот, я сейчас записался на курсы, но это не для того, чтобы этот ролик снять. Просто так вот получилось. Там мастера очень хорошие, и я решил у них поучиться. Вот. Курсы кройки и шитья. Я впервые в жизни попробовал потайной шов сделать. Вот если посмотреть с двух сторон, так и не видно, а тут белые нитки, все шито белыми нитками называется. Вот. Это я к тому говорю, что если вы хотите, вернее, вот этому своему подписчику, я даже уже ее имя не помню, если ты хочешь познакомиться с девушкой, надо идти туда, где их много. И где они все там порядочные, нормальные. Это, скорее всего, курсы кройки и шитья. Да-да. Придешь на курсы кройки и шитья, начнешь интересоваться, заодно и научишься себе. Там что-то, если из костюмчика сшить или перешить, мало ли там что. И, может быть, там со своей жёлочкой будущей познакомишься. Потом есть такие курсы, тоже я записался. Вот, ой, елки, у меня уже все рассыпалось. Елы-палы, рассыпалось. Из морковки? Вот из морковки, да, вот. Сейчас я покажу. Цветочки вырезать. Вот, казалось бы, фигня полная, да? Нафиг тебе нужны мужику такие вещи, да? Во, из морковки вот такой цветочек можно сделать. Это называется карвинг. То есть можно записаться на курсы карвинга, да? Заодно научиться готовить там. То есть в любом случае время не пропадет. И заодно встретить хорошую хозяйственную девушку. Понимаете, они на дороге-то не валяются. Какие-то там в ночных клубах, хрен знает, бездельницы. Потом всю жизнь будете с этими бездельницами жить. Это не очень хорошо. Надо искать ведь порядочную женщину, девушку. Чтобы она потом... О, ну это мой цветок, я его сам делал. А тот вот мне преподаватель дал, чтобы для образца. Ну, они его немножко уже подзавяли. Но вот я показал. К тому, что это интересно, во-первых. Украшать стол к Новому году вот этим карвингом. Еще потом, когда будет, розочки тоже покажу. Это как бы к слову, да? Теперь главный вопрос. Вот вы приходите на эти курсы. Там сидят девушки, да? Вы начинаете не то, что с ними знакомиться, здрасте, как вас звать. Вы просто начинаете заниматься общим делом. И там, по ходу, уже познакомитесь. Это будет легко и просто, потому что люди, когда они занимаются одним и тем же делом, знакомиться гораздо легче. Просто раз в 10, в 100 раз легче, чем если они просто вот каждый сам по себе. Она там будет на курсы кройки и шитья и карвингом заниматься, а вы там будете ходить где-то, я не знаю, на курсы по ремонту автомобилей. Понимаете, вы там не встретитесь, потому что вы будете в разных местах. А на улице вы можете ходить, но тоже не встретитесь. А так вот. То есть вы, как мужчина, должны идти туда и делать все самому, первые шаги. Вот вам самый главный совет. Идите туда, где девушек много. И где много девушек, не просто их много, а где много хозяйственных девушек, которые будут хорошими женами. Вот, и там выбирайте, и там знакомьтесь. Эти знакомства продолжайте, держитесь за них. И тогда уже у вас все получится, я думаю. Понимаете, в чем? Вот главная мысль. И обязательно, когда вы пойдете на эти курсы, оденьтесь как следует. Представьте себя в хорошем виде.
прическу сделайте. То есть не просто появились там, не надо. Причесочку, одежду и туда, на люди. Все. Это для затравки. Сейчас вот в комментариях под этим роликом будут какие-то соображения. Немножко обсудим. И будут еще идеи, я думаю. Но вот эта вот идея такая, она классная. Потому что с этого можно начать, по крайней мере, и время не пропадет зря, вы чему-то научитесь полезному. И шить там, и что-то такое вот вырезать из овощей. Ну, курсы можно кулинарные пойти, например. Потому что это тоже в жизни очень даже пригодится. Вот так. Вот такой ролик. Потому что, ну, какую-то от себя тяну нести, что-то такое. Вот я думаю, что нужно вот так вот сделать. Все. Ролик закончился. Пишите комментарии под ним, ваши соображения. И давайте обсудим это как следует. Поможем парню. Пусть он, так сказать, почитав это, посмотрев, немножко хотя бы в ту сторону повернет, куда надо. Всего всем пока-пока. С вами был канал Миллион Абдулла. Подписывайтесь, ставьте лайки.